Voilà. Это ты, Тима? О, все отлично. Так, ну что? Ты разобрался там со звуком? Ну ты же вот слышал, да, вот ты мне вчера скинул свой стрим. Ты же смотрел, да? Насколько там все плачевно. Проверь звук пока. Что? Так, ну что? Ты разобрался там со звуком? Типа смотри, Ты же вот вот ты меня слышал, сейчас да? хорошо Я слышишь? скинул То свой есть я у стрим. тебя на нормальной Ты же громкости, смотрел, да? верно? Насколько Ты там меня все слышишь хорошо. плачевно. Отчетливо слышишь меня, верно? Проверь звук пока. Что? Алло. Так, ну что? Ты разобрался там со звуком? Проверить. А, Ты же все. смотри, ты же вот 1 км меня Мордот. сейчас хорошо слышишь? То есть я у тебя на Так, нормальной а. громкости, верно? Ты меня слышишь хорошо. Отчетливо слышишь меня, верно? Алло. Проверить. А, все. 1 км Ну Мордот. слушай, нормальный звук. Нормально. Так, а. Нормальный звук, Тима. Я сейчас зашел на стрим, нормальный звук. То есть слышно хорошо. И ты шума убрал. У тебя шумов меньше стало. Ну слушаю, нормальный звук. Нормально. И задержка, кстати, небольшая на стриме. Нормальный звук, Тим. Я сейчас зашел на стрим, нормальный звук. Так забавно Ты слышать слышал себя хорошо, в этом и ты шума убрал. Ну, видео, шумов меньше стало. точнее на стриме. Ну слушаю, нормально. Задержка, кстати, небольшая на стриме. Так забавно слышать себя в этом видео, точнее на стриме. Задержка, кстати, небольшая на стриме. Так, алло, тут. Алло. Тимыч куда-то ушел. Дорогие наши зрители, которых, скорее всего, нет и никогда не будет. Так, алло, тут. Но сейчас мы будем играть в доту и раскидывать бомжей. Тимыч куда-то ушел. Дорогие наши зрители, которых, скорее всего, нет и никогда не будет. Я, короче, понял, что я Но сделаю сейчас сейчас мы я. будем играть в доту и раскидывать бомжей. Микрофоном немножко намудрю. Вот. Теперь меня должно быть слышно немножко погромче. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Алло. Короче, понял, что я сделаю сейчас я. Микрофоном немножко намудрю. Вот. Теперь меня должно быть слышно немножко погромче. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Алло. Блин, прикольное чувство. Привет.
Тима, тебе надо над каналом поработать, поменять название, поставить аватарку. А то Тимерлан Ибрагимов и аватарка с буквой Т Тимка, никуда не твоя годится. тетя. Блин, все равно как-то, мне кажется, нужно побольше громкость поставить. Тима, тебе Сейчас погромче надо над сделаю. каналом поработать, поменять название, поставить аватарку. А то Тимерлан Ибрагимов и аватарка с буквой Т никуда не годится. Ну, в принципе, нормально. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, Сейчас раз, два, погромче три. сделать. В принципе, нормально. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Режим стримера включен, ты в безопасности, друг. Раз, два, три, Интересно, раз, что за два, режим три, раз, стримера? два, три, раз, два, три. За что он не отвечает? Режим стримера включен, ты в безопасности, друг. Тима АФКшит. Интересно, что за режим стримера? Тима АФКшит. Алло, ты здесь? А, ну короче, ты задержку специально выставил? Чтобы стрим снайперов не было или что? Да, и чтобы картинка нормально обрабатывалась. Ну, во-первых, стрим снайпить нас никто не будет, потому что никто не знает, что ты стримишь. А Алло, во-вторых, ты насчет здесь? картинки, типа, я не знаю. Ну, это Короче, прикольно слышать себя в видео ты на задержку Ютубе. специально выставил? Прямо Чтобы сейчас стрим вот. снайперов не было или что? А, вот ты показываешь настройки в OBS. Ну да, задержка есть. Ну, Там примерно во-первых, задержка стрим секунд снайперов выставил никто, 20-25. потому что никто не знает, Плюс-минус что ты такая стримишь. задержка.
прикольно слышать себя в А видео на ты что, Ютубе. официально выставил? Прямо Что-то там сейчас вот. снайперов не было или что? А вот ты показываешь настройки в OBS. Я сейчас слышу Ну себя там на задержка стриме. есть, там примерно То, что я задержка говорил только секунд что. 30 20-25. секунд назад. Плюс-минус такая задержка. Шумоподавление. А ты шумоподавление хочешь поставить? Типа, я не знаю. Вот, да, у тебя на прошлом стриме, заметь, как очень жесткие шумы были. Видео на Ютубе. Так. Стой. Нет. Убери. Меня тише стало слышно. Я сейчас слышу себя А, на не, вот стриме. сейчас нормально, стой. То, что я говорил только что. 30 секунд назад. Стой, меня не понимаю, меня тут тихо, то громко слышно. Шумоподавление. А ты шумоподавление хочешь поставить? Вот, да, у тебя на прошлом стриме, заметь, как очень жесткие шумы были. Так. Стой. Нет. Убери. Меня тише стало слышно. Я сейчас слышу себя А, на не, вот стриме. сейчас нормально стало. То, что я Стой. говорил только что. Ты, блин, капец, ты громкий. Стой, ты Стой, ты шумоподавление реально что-то тихо поставил тут на себя или говоришь. на меня, я так и не понял. Шумоподавление хочешь поставить? Вот, да, у тебя на прошлом стриме, заметь, как очень жесткие шумы были. А сейчас меня вообще не Так. слышно. Стой. Сейчас меня вообще на стриме не Нет. слышно. Убери. Меня тише стало слышно. Стой, стой. Ты не понимаешь? Тебя тише стало слышно, потому что я еще видео смотрю. В смысле? Я видео смотрю. Звук повторяется и уменьшается со временем. Я ничего не понял. Я смотрю стрим свой. А, Мой ну. стрим смотрит стрим. Этот стрим смотрит стрим, и вот так вот повторяется. Все, понял, понял, все. Все, я понял, до меня дошло. И Я уменьшается просто не до одновременно. конца, не сразу понял. Да, типа, у тебя твой Я ничего стрим не в твоем понял. стриме, и я Я слышу смотрю уже в твоем стрим через твой свой. стрим себя. А, Мой ну. стрим смотрит стрим. Капец, Этот стрим прикольно. смотрит стрим, и вот так вот повторяется. Все, Знаешь, что все, сейчас понял, сделаем? Я, понял, короче, все. сейчас ссылку Все, я понял, кину до меня дошло. кому-нибудь Я сейчас. просто не сразу. Жене кину. Потом кому кинуть можно? Хотя ладно, пофиг. Ладно. Надо зрителей привлекать новых. Все, го играть. Давай, заходим. Сейчас я твой стрим, наверное, вырублю, да? Потому что, ну, немножко этот, что звук двоится, мешает. Тут просто чаек стоит с бутербродами. Думаю, во время поиска поем. Ой, так что, поехали. Сейчас я яркость монитора побольше сделаю, как правило. И благодаря этому мы начинаем лучше, начинаем выигрывать. Помогает натащить. Так, ну что? Вообще, вчера... А, смотри, вчера, короче, какая ситуация. После того, как ты ушел, у меня жетонов не осталось. Прикинь, после наших игр у меня не осталось жетонов. Мне пришлось идти на пятерку. Пошло я на пятерку и дальше... И дальше, пожалуй, я промолчу. Сейчас-то у меня жетоны есть, в принципе. У тебя их 20, да? Проиграл против Ликана. Ну там не то чтобы я на пятерке стоял, у нас чел в мид пикнул Никса против. То есть нет, чтобы взять сильного мидера, он просто берет слабого мидера и проигрывает линию. А против Ликана, сам понимаешь, он очень быстро снес нам все. Просто нет, тут суть не в этом, а суть в том, что я не понимаю, как я на пятерке могу вообще повлиять на игру. Это кардинально, как я могу выиграть игру на пятерке?
совсем это понимаю. Кстати, знаешь, что мне интересно? Если я сейчас в Дискорде включу музыку, она будет на стриме? Да, будет. Но за авторские права не это самое. А, у меня груви тихие просто. Да? А, окей. Так, ну я ставлю центр. У тебя легкая, да? Или какие ты роли хочешь? Ты давно на сложной не играл, кстати. Давай легкая. Я. А, ну окей. Все, начинаем? Да. Так, чекаю пинг. Пинг нормальный вроде. Все, поехали. Потому что дура, дура, супер, дура, дура, дура. Блин, классная песенка. Так, моя ставка на сегодня. Получается 2-0. 2-0. Не знаю, как ты, Тима, но я ставлю 2-0. Кстати, вот насчет вчерашнего. Ты вчера в конце стрима спалил свой ММР. У тебя 1670. Да? Да. Получается, за вчера у тебя плюс 0 ММР? Да, и за сегодня тоже плюс 0 ММР. Потому что я 2 игры сыграл уже. Проиграл, выиграл, да? Угу. Да, ты играл в час днем. И вот буйство на Урсе 23 декабря, помнишь? Прожили. И кража Эгиды за Ликана. Ну, Ликане ты, судя по всему, я смотрю, ты засолил, да? Прям засолил. Засолочку устроил. Где? Последний? Ну, на... Да-да-да. Да. Нет, мид был выигран просто. Дезоль, барабаны, некрономикон, башер. Дезоль первый раз собрал. Легкая игра была, хотел протестить. Ты, кстати, убрал шумы со своего микрофона? Да. И вот смотри еще, Тима. Смотри, смотри. На прошлом стриме доту было плохо слышно. Именно саму доту. Ты заметил звуки доты? Можешь это тоже как-то пофиксить, чтобы доту было лучше слышно? Может, у тебя в звуке вот в настройках доты стоит тихая громкость? Не? Don't even think about it. I can drop the lot of you. Эта земля будет пылать! Ваша очередь запрещать героя. О, вспоминай его. Так, осталось 5 секунд. Кого вспомнит? Тэч забаним. Ну еще, Тэч забанится, смотри, Тэч забанится. А, нет, что? Мы же его вдвоем банили. Либо антимаг, либо хускар. Так, кто там... Давай говори, кто там кого спамит. Мне это полезно. Я ж в центре. Осталось 10 секунд. Джекиру спамит один.
центре есть бустеры там какие-нибудь или там бомжи? Не показывается. Выбирать героя. Приватные профили. Ой, ты че с нашей команде? Фу. Слава, слава минеру. Слава шахидам, что ты че с нашей команде. Осталось 10 секунд. Хотя бы не против нас. Осталось 5 секунд. ТБ, ага. Так что у нас... Вообще, под ТБшку хочу взять ВРК. ВРК хорошо. Или Квапу, или Зевса, или Войт Спирита. СФа пока что не хочу, я не уверен. Потому что... А, так там Морф? Ой, смотри, против Морфа что можно взять? Блин, против Морфа я бы СФа взял, на самом-то деле. Ладно, СФ... Ой, ВРК. Кто там? СФ? Я не слышал, я обходил. Там, кстати, SF Dead Inside. Держу в курсе. А это что значит, Тима? Это значит, что после каждой его смерти ставим на паузу и пишем в чат Let me die. Let me die. Не, во вчерашней игре я ставил паузу только потому, что он начал ставить. Ага. А там у нас с этим оставил паузу. Он сам начал, а так я бы не ставил. Ой, у меня подвисает. Стой, что? Новый интерфейс в Доте? Приготовьтесь к битве. Так, на гуса мне никто не запомнил. Выдай, пожалуйста, выдай, пожалуйста, за два такуса. Я отплачу тем же. Меня не арты с Рубиком пати? Нет, нет, нет. Да, не пати, я посмотрел тот обрез. Что говоришь? Они пати. Я с Магнусом пати. Они в пати с минером? С Магнусом. А, ты говорил с Рубиком, да? Да, просто типа с Рубиком пати. Они могут выиграть игру. Кто? Минер и Магнус? Да. Ну смотри, у них такой пик. Ой, у них, смотри, у них, короче, Морфа Шейкер. Потом Барыч, который будет все время бегать по линии, мешать. Клокверк Ромич, блин, у них мидгейме сильный пик. Надо их, короче, до лейта. Короче, парни, нужно игру загрузить. Смотрите, у них такой пик под мидгейм хороший. У них там очень много агрессивных игроков, поэтому игру надо желательно затянуть, когда мы точно выиграем. Вот это чисто совет, типа. Потому что, смотри, у них не реально переживай, очень... Да, не переживай. Что он говорит? Я не слышал. Я его не слышал. Говорит, затяну, не переживай. Не зря что мне руки. 30 секунд до начала сражения. Я представляю, это вот ответку бару в миди, который... Три ебала будут приходить ко мне на линию, отгать меня. Чего это полазит? 1000. Типично ДДЦ. Что с ним? Готовьте, битва начинается. Конферк на линии. Ладно, две руны, нормально. Cut and run. Watch them flee.
Кстати, ФСФчика же хорошо, что он моя сигнатурка. И я знаю. Может, он без скайлов играет, я не знаю. Это что, если с душами на первом? Два оранжевика. Он реально без скайлов? А нет. Ой-ой-ой, у меня квика стоит. И еще тактику немного снизу, чтобы лучше лагал. Ой, завис. Хорошо, скайлом может. Это по закупу. Че с Рубиком? Ну, у Рубика, судя по всему, интернет плохой. Он на первом, а нет, уж третий левел. Кстати, у вас, смотри, заметьте, у вас герой до сих пор первого левела на уровне, ой, на линии, а у меня уже третий. Мидер уже третий апнул, в то время как они до сих пор первые. Видишь, типа, как работает разделение экспы в доте? А хотя, стой, ты, как ты в то? У верхних второй левел, потому что они убили. У меня второй левел, потому что Рубик оставил. Понял. Так, делаем вот так. Сейчас мы прохарасим этого молодого. У меня вообще не характер. Wise, flee my footfalls. Чел, конечно. Achievements handiwork. Cut and run. Не получишь. She's a long road. She's a solemn undertaking. Есть к чему стремиться. Tempt my blade, why don't you? Dispossessed.
Там я себе, походу, телепорт хотел... Спиритбрейкер к тебе бежит. А, окей, все понял, спасибо. Да, я вижу, что там... А что ты бомж, он, типа, не сможет меня убить. Я лучше стояп, но я буду СФ убивать, пока да. Я могу сейчас убить. А, нет, не убил СФ, ну ладно. Я сказал, что бара будет ко мне бегать. О, убил. Сами собой, это же раки. Да, я возьму. Короче, стой апнул, все. Сейчас я руны подберу. СФ-чика убьем, все, сейчас даблкил будет, чекаем. Каждая монетка пригодится. Скрин. Сейчас даблкил будет. Сейчас мне еще сапог. Даблкил сейчас помню. Все, сейчас подберу СФ. Сейчас бьет катапульту. Делаю даблкил. Какое я мастерство! Поэтому, друзья, что приедете? Слушай, жалко, ты это застрял, типа, на видео? Нет. Вот эти кайлы. Жалко, тут он, короче... Такая жопа просто. Ладно, так. Просто такая жопа. Так. Давайте двумя кайлами смазать. Ладно, типичные Minecraft номер СФ. Точно! Вы там их нагибаете? А, морфа шейкера. Чё это, блин? Все, судя по всему, в лес ушёл. Севчук тиль. Понять можно, как бы, чего? Пошёл себе на один камер поиграть. Вот это перетяжка. Вот это перетяжка. Не забывайся, как ты играешь, пати. Вот он, это ж я. Это ж я. Хорошо засейвил, да? А, я не сбил. Так, сейчас мне вот это вот принесут и вот это. Watch them flee. Strike a nerve. У меня телепорт когда не могу. Опять когда. Осторожно. Агрессивный? Агрессивный пик. Так не посторонний. Ну, я же говорил поосторожно, ну что вот ж ты. Вот это я понимаю, стальной смех. Не бережешь свою жизнь. Береги жизнь, только молодой. У нас там, кстати, Магнус на топе дымит. У Марфа, наверное, хуже меня. У меня какой раньше интересный. Скорее всего. Красиво. I tear you asunder.
Я, конечно, осуждаю, но что-то не смешно. Power corrupts. Your silence is golden. Tempt my blade, why don't you? Spirit Break отбежит тебя. А мне пофиг, я все равно убьется. А, нет, не убью. Да, тут сейчас миллион телепортов. Клокверк еще, клокверк еще пошел. Они сейчас всей толпой. Не-не-не, они не убьют. А, нет, там убьют. СФ. Ладно, я должен умереть. Три героя. На меня вышло три героя просто. Ты видишь, я тебе говорил? Мои прогнозы забылись на эту игру. Они будут клокверк, просто клокверк, бара и... Все, и клокер, бар, шейкер. Они будут вашу бегать, центральную башню атакуют. Всей толпой на меня будут накидываться. Так, ладно. Ничего, сейчас я его... А, сейф там... А, это иллюзия. Ну, но хорош, все равно хорош. Ну, мы снесли тавр за это. Да? На прошлом стриме мы за это умерялись. На этом стриме мы за это снесли там. Так, ты 2 минуты. У меня еще Яшин. Скоро Яшин. Так, типа ТПТшка на интеллект. Умнее хочешь быть? Это уже автоматически делается. Научился все-таки. Красава. Я когда на тимаге играю, всегда ПТшку переключаю. Тоже уже до автоматизма довел. Бара резнес. Так, я думаю, теперь куда? В мид? Да, мне в мид нужно сбивать. Нижняя башня противника разрушена. CSF вроде не токсик, он никак не отреагировал на мой троллинг. Троллинг был довольно скучный. CSF пошел к вам вниз. CSF внизу у вас. Я лес. Я знаю, не могу ставить. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Два милишника. Убивает почему-то. Силы света укрепили свои сооружения. Сейчас бара здесь. Бара идет. Может, все беспокоит? Идет, да? Все. Бар пришел. Бар наконец. Вашу нижнюю башню атакуют. Бар в таверне. Бар пришел, да, это наконец-то за мной. Вашу нижнюю башню атакуют. Феру. Вашу нижнюю башню атакуют. А, смотри, крыса на клокверк. Смотри, что делает. Быстро. Он потратил ульту, чтобы у меня забрать. Не-не-не, он ульту старал просто на то, чтобы этот самый легенд забрать. Жадный какой. Жадная гадина на клокверке. Не, я все равно тавр меди снесу, типа. Центральная башня противника разрушена. Слушай, у меня ульта 6 секунд должен кто-нибудь убить. Марфа... Еще Марфа хотелось бы убить, но... А ты сейчас теперь мид пришел минировать. Сейчас молниями фарм пойдет, капец. Чтобы молнии не прокают. Потому что на СФ там не подставляется случайно. Верхняя башня противника разрушена.
Слушай, я могу прийти, можем убить? Давай. Хукшот есть у нас. Правда, мне нужно арчи добить, подожди. А, хукшот? О, отлично. Я иду. Так, нечестно. Я хотел нажать. Ветер стихает. Ладно. Хрен. Ошибка. Я ведь же тебе говорил, что у них в мидгейме сильный пик, они будут этим пользоваться. У них. Это пока что мидгейм, не волнуйся. Мы если. Видел? Не вей, потому что бля, очень много контроля у них. Дед Мороз подорвал. Мид пушен. Вашу центральную башню атакуют. Да, вижу. А, у себя по инвискан. Блин, так я в него. Вашу центральную башню атакуют. Да, арчи добить по-быстрому. Зря вот пошел туда файтиться. Взял очень много времени. Что там случилось? Что только что было? Жалко, у меня нет типа... Включи! Вилата в чат. Жалко, у меня типов нет. Я сейчас у них все равно. Да? А кого ты хотел типов? Магнуса. Или Тачиса. Да? А что там? А, Магнус РП подал хороший? Он на мины повел. А, да? Я все равно собрал. Короче, знаешь, что я сделал? Я эншентов заблочил. И походу Клоквирк это спалил. Судя по всему. Наверное, спалил то, что я эншентов ему блокнул. Руны, проверь. Секс с юлами, вот. А. Ой, смотри, какая крыса на Клоквирке. Бегает, руны собирает. Второй руны. Ой-ой-ой. Это все леса пылесосы уже задолбал? Нарчит уже задолбал. Я низ оставил. А, окей. Вашу нижнюю башню атакуют. Да, нужно на низу пачку съесть. Чудесным образом я тут все добил. Просто арчит хочу добить. Арчит добью, будем орфа убивать. Опа-на, сюда. Сюда криты. Сюда криты. Что вы там деретесь?
зря без меня деретесь. Я же еще арчитный дебил. Ща я арчи добью я. Вашу нижнюю башню атакуют. Шекер тут подставляется, по-моему. Ох, какие же... Ё-моё. Соло. Что там? Какие же хорошие тиммейты? А, кто солит? Твои. Соло для Магнуса и Тетчеса. Посмотрим, да, у них как бы счет неплохой. Там Магнус вообще 16 левел, посмотри на него. Еще у нас Магнус зверь. Зверина на Магнусе. Тупо зверь, да? Главное не ошибиться. Все опять за Radiant играем. Заметь, мы с тобой часто как-то играем за Radiant. У меня есть Orchid Malevolence. А что есть у тебя? У тебя манка стоял, да? Ясно. Наверное, а Bullturn, хотя нет, Bullturn не хочу. Я хочу... Что я хочу вообще? Не знаю, что я хочу. Иллюзия. Хочу всех убить, вообще эту штуку. Вашу нижнюю башню атакуют. СФ на низу только что был. Вашу нижнюю башню атакуют. Может, попасть. Вы хотите Т2, да? Watch them flee. Должно помочь. Мы можем убить. Слушай, они кнопки вообще как-то тратить, не? Сейчас я пойду СФ убью. Он сейчас пойдет дальше. Да, он пойдет дальше. Почему ты так тяжело дышишь? Хочу, чтобы у тебя какое-то облегчение, не знаю. Прям очень тяжело дышишь. Знаешь, что я сейчас? Я, короче, сейчас рискну, я пойду на их половину. Если я там кого-нибудь найду, он умрет. По идее, нет. Ладно, я тут пофармлю хотя бы. Просто пофармлю. А, они разблочили, прикинь, разблочили инсента. Походу у них тут вижен по мне есть. Если даже не удивились, если сейчас ко мне прилетят. Да, они сейчас карты пропали, они, короче, сейчас пошли по миду. Ко мне вот так пошли. Поэтому я лучше отойду. Я же говорю, вот ВР-ка это беспроигрышный вариант. Если хочешь выиграть, бери ВР-ку. В ВР-ке трудно проиграть. Я могу опять пойти СФ убить, он тупо подставляется на СФ. Он плохо очень играет. Слишком сильно подставляется. Я могу еще раз прийти, короче, и убить его. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Ах ты ж сучонок. Чего? Прекрасно. Что? А, я долбай. Вот идиот на ВР. Взял виндран, не включил. Ну просто. Я СФ фору даю. Не держа, я просто я ему фору даю. Это так чисто, знаешь. А, я забыл, что БКБ есть такой артефакт в этой игре, нужно БКБ собрать. Забыл, такой артефакт существует. Как у тебя там, Тима, почему у тебя 22 минута до сих пор нету? А хотя манки нормально, да? Вообще-то на террорблейды собирают обычно по 2, а то и 3 маски. У тебя всего лишь одна. Да. Вот эти 2 маски, они могли жестко ускорить твой фарм. Так ты же можешь 2 маски. Ну я один раз так проиграл. Еще на ранней стадии тебе нужно. А так, да. Ну просто сам понимаешь, они тебя так спид дают, ловкость. Ускоряет твой фарм очень сильно. Fear he who fears nothing.
Клинк появился у него. Так, я, короче... Клинк. У СФа блинк. У СФа блинк, да? Я понял. Слушай, СФа можем убить всё. Просто я закосячил, я третий скилл не нажал, меня только из этого... Закосячил. Тут собрал иллюзии, что? Мне непонятно, где морф или нет. Не, арчи здесь можно морфа убить, если его будет. Дед Мороз. Чекер без блинка. Ты это когда сможешь разжечь? Двойной урон. Там гем, гол гем отберем. Там уже гем отобрать. А нет! Я чуть не обла... Я чуть обла... А тут Магнус? У них А у них еще и гем? Это гем сосед. Удачный пауэршот. Видишь то, что вот ты все леса фармишь. Даже не знаю, где мне фармить. Я тебе нижний лес ставлю. Ой, сефа морфа. Окей, ладно. А там, кстати, уже резко не спали, да. Ну, не просто... Ты понимаешь, мне буквально БКБ хуй все дальше уже я даже в лес не сунусь. Потому что БКБ здесь необходимо, это магический СФ. С БКБ тут ничего не сделаю. Ну, СФ магию собирает. Все, сейчас не нужно файт. Как ж... Кстати, морф меня раскайтил немного. Он забыл перекачаться на морфе. Прикинь, он забыл перекачку нажать. Фигет сдох от этого. Unseen, but not unskilled. Фатальную ошибку довольно. Я вот БКБ хоть сделаю. Окей. Ты можешь на линию выходить, на линии тоже фармить. Я вверх фармлю, да. Фармил, то есть. У меня есть скади. Можешь фармить где хочешь. Отлично, у меня БКБ есть. Тебе тоже БКБ нужно? Ребята, я думаю, что ребята, я думаю, что БКБ. Это морфет, да? СФ можно убить, да? Я смог. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вот, кстати, Терроблейд чего? Плюс он очень много урона по постройкам наносит. Прям очень-очень много. Такой, знаешь, пушащий герой. Почему? Вруби команду. Привык, что у нас саппорта нет, или саппорты такие, знаешь, что воды ставятся против. Все. Короче, захватываем пространство. Я буду тут. Я, короче, выхожу, пока пофармлю. Пока... Морфы и сефта вернем.
Интересно, у Тамара на свой БКБ проходит, да? Я представляю, как у врагов жопа горит. Ой, что у меня дота залагалась? У меня дота еще залагала. Арба Инстракшн нужен тебе? Нет, я не знаю. Не, это бы статы какие-нибудь. Статы? Ну, я вот выбиваю четвертый тир. А, это третий тир только. Отсва хочу убить. Могу пойти с Соляновым его. Хотя, какой статы. Нужно быть таким Соляновым. Monster kill! Мне тебя жаль. Мало меня не бывает. Все, красиво подрались. Разменяли двух суппортов на Кора и Шейкера. Отлично же. Отлично. Барыча ничего нет, Сашка. Я не понимаю, что меня говорит. Он тихий у меня, капец. У меня тоже. Переведи мне, что он сказал. Он мне... Да? Он капец тихий. Рош. Можно Рошу, да. Да, сейчас я... Это... Каждая монетка пригодится. Бля, две минуты потерпи, я заминирую. А, он хочет заминировать рашпит, что ли? Он рашпит хочет заминировать. Вот тебе дать. Что еще можно собрать в этой игре на ВР-ку? Ой, я бы линку собрал. Только в этой ситуации. Хотя нет. Линка же дерьмо, я забыл. Нормально что-нибудь взять. Вот условно. Типа в конкретно в этой ситуации линка. Хотя. А зачем линка, если у меня БКБ? Ладно. Тогда линка нет, не нужно. Будем рушить. Будем рушить. Лопа с маками зайти, ладно. Подумай, что можно взять. Вообще шейкер с саха. А, у шейкера нет, да? Все, шейкер не совер. Пойти сейчас заверну. Если что, я мне. Кому йогу? Тебе, да? Давай, наверное. Выбирай йогу. Рошан убит силами света. Снег у нас есть. Красиво все. Когда я БКБ нажимаю, нужно драться, потому что я же постоянно так нажимаю. Так это тебе немного. КБ в кулдауне. Пробуем КБ бахнуть, не знаю. Или даже, знаешь, не МКБ, нет. Вот думаю, что можно такое бахнуть? Криты мне нужны? Криты, что можно на ВР-ку еще такого бахнуть? Это Ганим, ладно, Ганим. Давно Ганим мне баловался на ВР-ке.
А у них, кстати, тут вижена нет, отлично. Мы в их лесу можем фармить. Я, походу, по аванпосту прошел. Там на Морфе, кстати, только себе купил манту. Как кидался, что он умирает очень много. Что ему нужна манта. Что мне? Кстати, а почему? У нас же Магнус... Стой, у нас же Магнус в команде. Почему тебе ни разу за всю игру Empower не дал? Он от нас дал. Верхняя башня противника разрушена. Да? Только один раз. Давай оканим, да? Представь, как бы ты его скоро свой фарм собил. Меня гоним? Подогоним его, я вообще быстрый. Я охренел, сколько быстрый. Морд. Да дайте мне пройти хоть. Все, это верно, отлично. Отлично. Все, ребят, все, ребят, трон. Готрон. Все, я крипов пачку пропушу. Сейчас себе трон. Че странно, пать был. Меня клад вверх, он, короче, в меня ульту дал. И из когов не мог выйти, чтобы СФ убить. Он просто меня в кого запер, я забыл, что... Ну, блин, я не хотел бить коги. Силы тьмы укрепили свои сооружения. А мы бараки? А зачем? Силы света укрепили свои сооружения. Да мы, по-моему, не успеем. Почему не успеем, успеем? Ладно, не сломаю. Могу сломать. Да, нет, мы можем бараки даже поломать. Ничего страшного, они там не справятся лучше. Рядом вместе, вместе. Нижние казармы противника разрушены. Где настоящий? Нижние казармы противника разрушены. На меня алебарду наложили. Все, хорош. Теперь в трон. Теперь точно в трон. Они ошиблись. Теперь точно в трон. У тебя метр работает, да? Все отлично. Пока метр работает, надо пушить. Центральная башня противника разрушена. Это МСФ-чик, как все. Центральная башня противника разрушена. Хорош, молодцы, молодцы. Всем спасибо за игру. Победили силы света. Красиво. Магнус Плестейджес. Хорошая катка. Верка сказала, как будто кто-то сомневался. А, я понял, в чем прикол, Магнус. Я только сейчас понял. Типа, этот мину ставит, а другой с кивером затаскивает под мину, да? А, да, все. Да. Я понял. Это сильно. Он с кивером может затащить, да? Красиво, да. Хорошая связка. Лучший игрок минер. И мой MVP дали. Они выиграли мне. Может, не они, а я? Просто... Ладно, все выиграли, все старались, все молодцы. Они морфу не дали вообще фармиться. Да? Где он фармил, непонятно. Ну, я заметил. Они свою линию вынесли, да, прям вообще в салат? Ну. Скорее всего, да? Круто, мне классная катка. Go next. Хм? Так.
Центр, да? Так же? Да, давай. Все, поехали. Я Ликана не хотел из-за того, что увидел двух больших героев. Больших? Жирных. Они больших. А, да. Блин, мне интересно стало. Эхо слон проходит сквозь БКБ? Нет, не проходит. Ну, по идее, да, не должен. Да, да, не проходит. Тогда я понял, почему меня тогда, типа, я под БКБ стою, дерусь, и шейкер эхо дает, а по мне урона вообще нет. Стана тоже не бывает. Да-да-да. Получается, я бессмертный под БКБ и третьим скиллом, считай. То есть мне физо нельзя пробить и магией. Но только если у врагов МКБ нет. У них ни у кого МКБ не было в той катке. Мы за 36 минут закончили довольно быстро. Ну, Тэтчи с Магнусом реально засолировали свою линию. Я вынес мид, СФа выиграл. Ну, по-моему, все линии выигранные, да? Ваша или у вас как? Вы с Рубиком стояли, у вас... Ну, у нас... Пара чая, Клокверка. Ну, наверное, проиграно. Почему? Ну, Рубик много раз умирал. Я на линии... Да. На линии вот три смерти у меня. На линии три раза умер. А, это все на линии, да, смерти? Потом я ушел в лес, ему оставил. Но он почему-то решил помочь другим. Ну, пятерка не должна фармить, правильно? Ну, заметь, у него 21 ассист, все равно он был полезным. И, кстати, у меня нетворс почти такой же, как у тебя. Прикол. Хотя крипов у меня меньше. У тебя 615 кпм, а у меня 604. Да, я вижу. Ну, как бы и разница в киллах весьма ощутима. 15,7 киллов. У меня же герой такой, видишь? Вот я говорю, хорошая вот связка, я на ВРке бегаю. Погоди. Короче, вот смотри, в чем заключается синергия этих героев. Я, то есть, на ВРке бегаю, просто всю карту убиваю, помогаю тебе, да, перетяжки всякие делаю. А ты в это время у тебя создается спейс, пространство для фарма. Видишь, как хорошо синергирует эта связка? Ты, по сути, можешь взять любого жадного керри, который там хочет фармить, да? Там антимага, гулю, какую-нибудь фантомку, не знаю. Вот. И вот прям хороший герой ВР-ка. Но я говорю, ВР-ка это беспроигрышный вариант, у меня, по-моему, на ВР-ке. Как посмотреть, сколько у меня там вообще побед на ВР-ке, суммарно. А вот герои, потом показатели, да? А вот у меня, так, последние 20 игр на этом герое, у меня... Л, ну короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, короче, 12 побед и 8 поражений. А нет, а тут почему-то пока, а, нет, у меня 23 победы и 15 поражений, да. Почувствуй средний ГПМ 500. Средний ОПМ 672. Меткий стрелок из лесов. Прибыл. Ваша очередь запрещать героя. Так. Огр, мид. Осталось 5 секунд. Да. Ладно, запаню. А где он? А, ушел, он в баню. У него просто положительный винрейт за него. 73%.
Осталось 10 секунд. Блин, пижу баню. Окей, так, там спамер тровки. Осталось 5 секунд. Вивера и Сларк. А, Сларк это последний. Ваша очередь выбирать героя. Я Виндрейнджер, Абузер. Опять этот Клокер какой. Тысяч героя. Новый? В смысле новый? А что мы там добавили? Нет, просто на линии 50. Ну, Ликан не в бане. Осталось 10 секунд. Че, брать? Да. Осталось 5 секунд. Только ради Зеса могу. Ладно. А, у нас Кор. У нас сложный и хороший герой под Ликан. Так, кто там? Скаймаг? Скаймаг Гуля. Окей, я твоих Скаймаг, могу убивать. Против Скаймага надо что-то живучее брать. Там Скаймаг, я не знаю, он не в мид или в мид? Без понятия, куда он идет. Могу опять ВР-ку бахнуть, типа. А могу Хусика по фану. Может, Оскар реально? Снайпер? Не знаю, на Хускаре захотел поиграть. Тут пик хороший против Хускара. Скаймаг мне ничего не сделает. Снайпер мне ничего не сделает. Гули ко мне не подойдет. Хокверк, если подойдет, то он умрет. А Зевс тоже ничего не сделает. То есть, ну посмотрим. И главное не ошибаться на этом герое. Видишь, типа, такой герой, если ошибаешься на нем, то теряешь темп. Темповый такой герой, знаешь, типа, не зря же он бустерский такой, типа. Поэтому не ошибаться вообще нельзя на этом герое. У нас Легионка. Если он хорошо сыграет, я могу ради него Аганим собрать. А, да? А чтобы его кусать, типа, чтобы он критовал? Да. Зачем легионки? Зачем легионки? В человечьей наш шкуре. Все стоит, наш не бегает. Один тангус мне дали. Идите, волки! Приготовьте себе. Хочу два танга, братан. Хочу два танга. Благодарю! Все. Так, как я куплю? Вот так, две перчатки. Одну ветку, наверное. Зачем мне? Потом что? Фейрик. Цирклетку бахну. Все. Раньше я просто брал три перчатки на Хускара, но, по-моему, это не совсем правильное решение. Не совсем точный закуп. Ну, реально, Хускар тут прям заходит. Мне нравится тут Хускар вообще. Типа, если так посмотреть, то... Ну, круто. А, это ты... Ой, нифига ты... Дашь, Тима. Пусть вот, будет так. 30 секунд до начала сражения. А сейчас же... Сейчас такая тема не работает. Сейчас же Night Vision в начале игры. И трудно спалить вард. Во имя моего отца. Зевсази. Кусать. Кусь Зевса. Зевса кусь. Полагалось по праву. Получил своей силой. Конечно. В клочья. Битва начинается. А там в миде либо снайпер. Грядет дикая охота. Волк рыщет. Мои инстинкты остры. Действительно. О, снайпер. Вперед. Я рвусь в бой. Мои волки будут пировать, как суждено. Не тебе. Иду по следу. Надо мной нет власти. А, я убил. Я задрал, дорогая цена. Отлично. Как пожелаете. Курьер сил света был убит. Придите, волки! А я, по-моему, сдох, да? Дикая ярость! Ладно, ничего страшного. Ничего. Я просто немножко... Да, немножко... Зов битвы! Так, еще будет больно! Еще Mm-hmm.
тут большая пачка, я это все не пропускаю. Хорошо. Там просто из-за шарпнельки. Волку ворот! Неприятно. Не для тебя. Бойтесь, волка. Придите, волки! Глотку порву. Разорву. Золото для меня. Действительно. Во славу моего рода. Как? Надо мной нет власти. Волкам не нужны доспехи. На, лови. Я с этой шрапнели задолбал. Дикая ярость. Пусть твой род запомнит твое имя надолго. Как пожелаете. Мои волки будут пировать. На охоте. Береги черепушку. Эх, сколько ж можно прокать этим хэдшотом? Вашу центральную башню атакуют. Все заряды шарпнели потратил. Да, все потратил. Глотку нельзя. Пусть будет так. Как же хорошо, что... Зов битвы. Стабильный заработок в миде. Я рвусь в бой. Одинокий волк. Придите, волки! Вперед! Волкам не нужны доспехи. Хери, только не... А, у него еще там гусы. О, как вошла! В атаку! Не, ну урон у него, конечно, прям дохренище. Волк рыщет. Курьер сил света был убит. Конечно. Клыками и когтями. Это не для тебя. Мои инстинкты остры. Воспредите, волки! Как суждено. Чувствую я... Блин, если я... Я вот забыл уже, как армлет этот юзать. Ладно. Бойтесь, волка. Надеюсь, это не будет критично для меня, этой игры. Разорву. То, что доктор прописал. Ой-ой-ой. Во имя моего отца. Волку ворот. Зов битвы. Ну, снайпер, кстати, неплохо лейнит. Награда моя. Объективность радио, прям неплохо лейнит. Мои волки будут пировать. Ты ушли с моей линии. Конечно. Не вооружен. Да? Надо меня убивать. Пошла! Вперед. Все, они... Просто боюсь, что я могу сдохнуть, если нападу на снайпера. Волк рыщет. Ну, взял стики даже, наверное, ради этого. Бойтесь, волка. Блин. What the fuck? Будет больно. Возьму себе. Надеюсь, что верхняя руна. Верхняя? В клочья. Да, сверху. Вашу центральную башню атакуют. Пусть будет так. Идите, волки! Да. А, он меня, сука, у него сентри, что ли, стоит? Волку ворот! Севс ушел и Кокер. Здесь он потный. В клочья! У него сентри меди стоит, прикинь.
как пожелаете. Просто чел поставил себе сентри в мид. Нормально на штуке какие-нибудь закупить. Дикая ярость! Надо мной нет власти. Не знаю, просто очень хорошо лейнит. Очень-очень хорошо. Поберегись! Будет больно! Это пока что ни о чем не говорю. Я все равно свои деньги получаю, нельзя. Мои волки будут пировать. Призван к бою. Не дам. Вашу нижнюю башню атакуют. Волк у ворот. Не дам. Живет. Живет. Все ультимативные потратил. Охотно. В атаку. Да заебал мне со своим шарфом, блять, он Симона уже потратил. Зря набесит. Как суждено. Чиру наверное, охерено. Сейчас ему пидорас в ДД выпадет, и он... Блять, блять, ну... Ненавижу вот это вот рандом в доте. Во имя моего. Знаешь, когда кому-то везет, ты не охуел на снайпере? Глотку порву. На охоте. Волк рыщет. Конечно. Так, могу ротацию сделать, но... А, снайпер с фулл ресурсом. Он, короче... Волкам не нужны доспехи. Надо мной не отхватил. Просто меня заебется своей вот этой вот стрельбой, пальбой. Поэтому я просто пойду на топ гангану. Действительно. В принципе, думаю, получится. Вашу центральную башню атакуют. Ты так должно убивать. Я просто на экспо подошел. Вашу центральную башню атакуют. Экспо подстелил, подошел экспо. У нас все нормально. А мне все хуй. Ну как, нет, у меня нормально, но просто... Как это снайпер не... За славу моего рода! Снайпера. А сейчас, кстати, по-моему, ты у нас... заходи, если что. Вашу центральную башню атакую. Как пожелаете. Эти хэдшоты меня раздражают. Короче, я к нему вообще не могу подойти. Следу. Вообще не могу. Силы света укрепили свои сооружения. Снайпер там лес скачается. Мой инстинкт — золото для меня. По-моему, регенка даже... Регенерация! Да. Могу ульту нажать по снайпера. Зов битвы. Можно, можно, можно. Гоу? Я могу его замедлить, получается, тогда? Все, я нашел. Иду. Придите, волки! След взял. Куда там это все? Еще и дебл килл. Можно Некса наказать? Гуля наказать? Так, Гуля попал. Можно? Ну, зашел моего типа или нет? Ну, твоего... Не, самое главное, что я снайпера убил, мне за него экспу дали, а ему за меня нет. Как суждено. Он в моем крипе, непонятно? Мне нужно армлет по-быстренькому. Бойтесь. Так там же понятно, когда в крипе, когда не. Подожди. Ладно, я уйду. Можешь уйти с мидом? Мне нужно. Я рвусь в бой. Мне второй амулет добить надо. Да, да. Второй амулет. Глотку порву. Господи, ненавижу этого героя. Придите, волки! Разорву. Переагрить крипов даже не могу. Волкам нужны доспехи. Наша команда выигрывает. Нижняя башня противника разрушена. Бойтесь, волка.
Пусть будет теперь, так. Теперь мне нужно лесную шмотку какую-нибудь. А, уже у нас лесная шмотка. Я рвусь в бой. Все, я армлета буду. Летите, волки! Конечно. На к нему не подойду. Дикая да. Ярость. Поймай нас, если сможешь. Мои инстинкты остры. Волк рыщет. Клыками и когтями. Не ешьте меня! Я вам тоже мученика! Шрапнель. Пиздец, я думаю, я не умею играть на этом героя. Да ёбаная шрапнель, я в рот её ебал. Я не умею играть на этом героя. Блядь, нужно... Я не знаю, как этот армлет... Проблема в том, что когда ты живешь, когда он у тебя включен армлет, у тебя хп постоянно отнимается. Но сейчас, я думал, если я быстро, прям, очень быстро переключу, я выживу. Но нет, я просто тоже там тикнул урон, и я не выжил. Ладно. Он... Действительно. Сильно, сильно. В клочья! Исчезните. Сейчас тут кажется, что вроде не метовый даже. Надо мной нет власти. Как пожелаете. Силы света укрепили свои сооружения. Да. Мои волки будут пировать. Вашу нет, нижнюю башню атакуют. Это посредственный герой вообще. Нет власти. Как по мне, он намного слабее в эрке. Драмов посредственный. Вашу нижнюю башню атакуют. Центральная башня противника разрушена. Руна ща будет. Иду послед. Вверху руна. Вперед. Мои волки будут пировать. А мне регенка не нужна. Зов битвы. Слава моего рода. Лакомый. Короче, вашу нижнюю башню атакуют. В атаку. Бегу, как могу, у меня герой пипец медленный. В каком крипе он? В каком... А, вон в каком. Ладно, идем, идем. Прочь с дороги. Мои инстинкты. У нас же вард есть. Да, лови. Дорогая цена. Мои на охоте. Идите. Зачем я идиот, блять, долбоёб? Я прям буду. Надо мной нет власти. Я не знаю, уже забыл, как на этом герое вообще играть. Стики да. Купить? Зря без стиков играю. Ошибка. Я рвусь в бой. Награда моя. Зов битвы. Зачем я вообще брал Хускара? Сейчас же он вообще дерьмо, если честно. Вашу верхнюю башню атакуют. Поверхнюю. Придите, волки! За славу моего рода! Надо регенку собрать. Конечно. Вашу центральную башню пусть атакуют. Будет так. Вперед. Ну, дерьмо герой вообще. Слабый, очень-очень слабый. Сейчас я иду чувствую, что я на этом герое ничего не сделаю. Ваша центральная башня нихуя. Разрушена. А если я буду ходить постоянно на лоу хп, меня просто прибьют. Клыками и когтями. Придите, волки! Ради процветания моего дома. Снайпер будет позиционку держать и настреливать далеко. Поэтому на этом герое я ничего не сделаю. Тысячу раз пожалел, что я его взял. Надежда на... Просто как бы не хотел, как бы сильно этого не хотел, на этом герое я ничего не сделаю. Как пожелаете. Можно сейчас снайпер как-то подловить? Блять, скей, ульта зевса. У них что, зевс кто-то? Волк рыщет. Неприятно. Бойтесь волка.
А, он ушел. Все на то ушли. Дальше фармит на эту ебаную эльфу, которая мне ничего не даст. Как меня не герой? Зачем я его вообще взял? Я миллион раз пожимал. Он же вообще ничего не умеет говорить особенно. Это какой-то бесполезный кусок дерьма. Я могу максимум выступать как там. Просто питывать урон. За славу моего рода. Теперь мое. Выиграл. Легион консолирует. Тунус. За славу моего рода! Нижняя башня противника разрушена. Как пожелаете. Дикая ярость. А. Ой, хуй. Конечно. Мои инстинкты остры. Здесь мы чисто под чистую руку. Потому что я не знаю, что мне вообще делать на этой хуйне. Как мне на этой хуйне играть. Я хочу Рошана забрать, но мне нужна маска, чтобы его забрать. Что я, блядь, хочу за... Я могу заходить. Что такое герой? Это пизда, не герой. Не хочу даже на нем играть. Понимаешь? То есть... Я буду возьму 1000 миллионов раз умирать в этой игре, потому что я просто буду ходить на лохп, мне не хватит никакой регена. Они соберут всякие веселы, хуеселы и все. И законтрят меня. Только на тебя надежда. Пусть будет так. Я выбрал худшего героя. Я иду помогать. Боже, да? Ну, почему ты не сказал, что я пришел пораньше? Почему ты молчишь? Не молчи. Ты бы все равно не успел, я бы умер. Постоянно кто-то где-то дерется. Так. Че? Скорости... Какая-то хрень, если честно. Я просто не знаю, с какой скоростью нужно нажимать по кнопке, чтобы по-быстрому переключать этот рамлет. Видишь, на этом герою прям нужно прям задротом быть каким-то. Я возвращаюсь в стаю. Идите, волки! Маску нужно нафармить. Исчезните! В атаку! Волку ворот! Слушай, за притирание магии. Я возьму. Двойной урон. Там из физы бьет только на... И снайпер. Я вожак стаи. Награда моя. Они вместе ходят, ёбая. Бойтесь волка. Как же я боюсь переключить рамлет под этой херней. Я не могу, этот герой, это просто, не знаю, нервотрёпка, а не герой. Волкам не нужны доспехи. Я реально переживаю, что я могу сделать что-то не так на этом герое. Могу закосячить. Вашу верхнюю башню. Мы можем найти, я могу лететь. Дуэлька есть? Это у меня когда? А, на него. Во имя моего отца. Хуя там. А у него дизолька, блять, я не прочекал его, у него дизоль, пиздец. Вперед. Зря, вот сейчас ошибся. Они его, надеюсь, убил за это. Вашу верхнюю башню атакуют. Как долбой я поиграю, мне просто стыдно. Нахуй я эту херню взял вообще? Зачем я эту херню пикнул? Такой дерьмо они. Вы не отдали врагу верхнюю башню. Не сейчас. В атаку! Вперед!
готов. Как пожелаешь. Смерть храбрых. На охоте. Мои волки будут первого. Надо мной нет власти. Глотку порву. Разорву. Теперь, кстати, понял, почему Хускары вообще не популярны. Волк рыщет. Объективно, герой хуёвый. Союзники, исчезните. Мои волки будут пировать. Я буду стараться помогать команде, короче, буду Хускаром саппортом. Потому что я не могу играть как Хор, в принципе, не. Ни урона нет, ничего нет. Как пожелаете. Буду Хускар саппорт. Кстати, у Скаймага дам очень мало. На охоту. Вашу нижнюю башню атакуют. Регенерация. Вашу нижнюю башню атакуют. Придите, волки! Конечно. А куда? А. Брат? Ты же медленно. Я отомстил. Все, бегу. Никого нет. Я рвусь в бой. На можно пушить? Да. Либо рошу, либо пушить. Зов битвы. У тебя форма закончилась, да? Глотку порву. Короче, давай ты будешь фармить. Двойной урон. Я... Нет смысла того, что я фармлю. Как суждено. У меня герой крип. И на крипе играю. Он даже от антимага разъезжает. Какой антимаг? Да, даже не знаю. От любого саппорта больше пользы, чем от Хускара. Придите! Бойтесь волка. Могу ты что напасть? Центральная башня противника разрушена. А здесь типа нас якобы палит. На охоте. Мои волки. Что, как он меня пировать? Пусть будет так. Будет. Спасибо, что не двигался. У них там в центре. Иду по следу. Вашу верхнюю башню атакуют. Что, пойдем? Или как? Ну, конечно, даже у тебя башер, пидорас. О, блядь, я хотел только этот планет приключить. Золото вот там башня. Ой, блядь, какая же хуйня, они герои просто. Вашу центральную башню атакуют. Смерть сковала меня. Дикая ярость. Вашу центральную башню атакуют. За славу моего рода. Теперь мое. Ты что, нафигел что ли? Конечно. Ладно. Бойтесь волка. На Найкс ничего не сделают. Объективно, типа. На герой дерьма. Буду сопротить. Вперед. Зов битвы. Пусть будет так. Надо мной нет власти. Я не знаю, типа, мне есть смысл фармить, типа, знаешь, на охоте. Какие-нибудь предметы, типа Тараски, Титаника, которые сделают меня плотнее, жирнее. Да.
Но если меня будет бить Некс, а хотя иду я могу просто... Не, ну видишь, он будет бить под рейджем, и я ему ничего не сделаю. Я даже не могу на него алебарды накинуть. Ради процветания моего дома. В атаку! Снайпер, кстати, слотов мало там. Разорву! Ничего. Волк рыщет. А что ты не фармишь, Тимо? Фарми иншентов, типа. Мои инстинкты остыли. Либо в смысле фармим. В клочья! Исчезните. Я рвусь в бой. Мои волки будут пировать. Действительно. Как пожелаете. Ой, что за что легионка делает? Пусть будет так. Зачем? Спрашивается. Чё ты не фармишь? Будет больно. Мы что, все вместе? Ты просто так пропускаешь лесные лагеря. Волк у ворот! Я фармлю, просто хочу реализовать ульту. Но они все кучком встанет. Ну, видишь, типа мы же сейчас не можем никак подараться. У нас Лего пошла на ходе. Она просто пошла. Видел, что там враги стоят. Волкам не нужны доспехи. Хотя, могла хотя бы ради приличия дуэльку дать по кому-нибудь. Придите, я там проиграл. Волки! Зря клыками и сумма. Когтями. Иду по следу. Мои инстинкты остры. Надо мной нет власти. Я рвусь в бой. Ушла куда? Как суждено. Хотя... Хороший, кстати, по всему. Волк рыщет. Они знают, уйди. У нас проблемы. Союзники, конечно. Исчезните. Регенерация. Во имя моего отца. Может, у них тут центр стоит? Скорее всего, они тут как бы они поняли. Стоит, мы идем нарушать. Иначе как бы они поняли. Бойтесь, волка. Go fight. Сейчас сами пойдут нарушен. Ой, какой вебнер! Моя территория расширяется. Вашу нижнюю башню атакуют. Прими смерть. Воевать. Так, гребаные эти коги. Сколько могу быть? Хорош, хорош. Били, да? Рошан, а тебя его. Забирай. Я не нужняю саппорт. Хорош, хорош, мол. И возьми ТД, А у тебя больше урон. Ой. Быстрее этого раз носить. Возьми. Лучше ты возьми, я долго иду. Мой питомец, благодарим. Бойтесь, ну, я, у меня урона нет, я тебе говорю, я саппорт. У меня герой типа урона не наносит вообще. Ладно, окей. У тебя урона больше, чем у меня. Силы света укрепили свои сооружения. В смысле, это под ДДшкой? Я имею в виду, у тебя под ультимейтом очень много урона. Придите, теперь мое. Метаморфоза. Будет больно. Бараки можем снести ответ. Бараки можем снести ответ. Центральная башня противника разрушена. В атаку! Центральные казармы противника разрушены. Там нет-то? Склочья. Давай попробуем. А, Бектор. Клыками и когтями. Да нет, не надо. Что плохо под Бэкдором ломается. Надо мной нет власти. Ты еще нас закечет. Все, уйди.
вперед. Тем, у меня ульта есть? Они телепорты делают. Тени, возьмите нас. Лишним не будет. Могу в Нексу прыгнуть. Они все здесь. Просветили, просветили. У нас уликан, ультимейт есть. Они хотят. Да не впустую. Твоя жизнь всего лишь... У нас Лего внесу, ё-моё. Не хочет отца. Я говорю, это дерьмо, они говорят, это просто кусок дерьма вонючего. Что я сделаю со своими лоу хп? Я просто не понимаю, как на этом герой играть. Волк рыщет. Пикнул тысячу раз жалею. Я быстра, как никогда. Действительно. Такая ошибка. Придите, волки! Я рвусь в бой. Хорошо. Возьму, короче, соберут. У меня тут еще мои инстинкты. Ой, это сатаник. И буду чисто фронтленить. Буду просто идти на слега, будем идти. Зов битвы. А ты будешь... ВД урона очень много. ВД нужно гоним. А, он шарт купил себе, кстати, на ВД. Шарт купил. Да, шарт купил. Волкам не нужны доспехи. Просто реально герой не... Бойтесь волка. Волк у ворот. Богохульство. Это ты. Мои волки будут пировать. Просто не знаю, как этому герою вообще принести пользу. Реально кусок дерьма, он ничего не может. Не пушит, ни уровня на носу. Попробуй потанковать что-то. Не, они не дадутся идти. Этот снайпер же. Да, под снайпером тяжеловато будет. Ладно. Короче, давай попарнить. Просто. Что-то было. Смерть храбрых. Иду по следу. Там просто, видишь, Гуля доджит мой первый скилл. Волк рейджер рыщет. Возьми ДД. А у нас легионка еще в команде есть. Вот это рейндж атаки. Офигел. Надо мной нет власти. Придите, волки! Дикая ярость! Сейчас я себе ревер закуплю. Двойной урон. Все. Я иду. Теперь сатаником, наверное, чуть больше не буду. Как пожелаете. Во славу моего рода. Хочу быть полезным, но на этом герое трудно быть полезным. Конечно. А у тебя, кстати, у тебя эго. Может, могли тогда зайти и подраться под Аегисом, у тебя ульта. Действительно. Кстати, мне интересно, когда ты умираешь, у тебя... Ульта, допустим, если она еще по времени не закончилась, она продолжает длиться? Или же не длится. Ой, заканчивается. Как на те же в блейде. Че, вот. Зов битвы. Мои волки будут пировать. Вперед. О, мой Аегис пропал. Да. Ну, ничего, давай с Рентавр можем. Хотя ладно. Нет, не можем. Как пожелаете. Моя команда немножко боится. Боится команда. Надо мной нет власти. Я должен фронтлинить, я должен умирать и ходить. А, кстати, что это такое? Вот это? Бойтесь, волка. Это клопер, что ли? Это его ртык? Придите, волки! Одна удачная стрела по снайперу вообще идеально. Действительно. Верхняя башня противника разрушена. Нехватка! Придите, волки! Волка! Верхняя башня противника разрушена. Верхние казармы противника разрушены. Верхние казармы противника разрушены. Глотку порву.
Центральная башня противника разрушена. Силы света укрепили свои сооружения. У меня нет тесольки. А, ну пофиг. У тебя тебе барабан. Центральная башня противника разрушена. Ну я рашил этот. Победили силы тьмы. Мне так стыдно за эту игру. Да ладно, ничего. Это стыд просто, это позор. Главное, выиграли. Никогда в жизни, никогда. Ну да, главное, выиграли, да. Но выиграла по нам команда, а не я. Это плохо. То, что я на таком рейтинге вот так как долбоёб сыграл. Ну ты говорю, я никогда в жизни больше этого героя вообще не возьму никогда. Просто хоть убей, хоть заставь. Никогда в жизни больше его не возьму. Это useless просто. От героя нет никакой пользы объективно. Мне еще лайки ставят. За что мне лайк ставят? Я ничего не делал в этой игре. Ну, хотя бы выиграли. ММРчики подняли. Снайпер. Ой. Реально хорошо играл. В плане позиции. Ну как, он лайнил хорошо. Лейнинг у него хороший был на миде. В байтах он всегда вот за всеми стоял, стрелял. Ну да. Это обычная позиционка на снайпере. Так, у меня еще жетоны есть, интересно? Да, жетоны есть. Два жетона еще. Ну я на 5000 его, их коров обогнал. Да? Я думал, мы проигрывали по нетворсу. Ну, кстати, у нас Лего, вообще команда у нас хорошая попалась. Ребятки неплохо играли Мирана. Лего, ВД, они очень хорошо играли. Лего особенно вот игру сделал, и ты тоже. А я так чисто ходил, урон впитывал, дофидил. Потому что герой у меня дерьмище, откровенно. Ну чё, наверное, всё? 2-0 предсказывал. Да я бы ещё сыграл, на самом деле. Ты не хочешь? Не сильно. Ну мы быстро вроде закончили эту. Да, 37. Прошлую за 35, эту за 30. А, ну прошлую тоже за 36. Ну 37, да. Ты не хочешь больше? Сейчас, подожди. Окей. Не, наверное, не буду. Можем позже. Просто один на один. Го, один на один тогда. Позже, да, сыграешь? Или как? Да, наверное. Стрим все еще идет. Окей. Ну, 2-0 получается, мое предсказание сбылось. Хотя во второй игре... Хочешь покажу тебе, как нужно на SF? А, давай вот далекаем против СФ, да? Давай. Поиграю просто. Что? Стой! Я забыл. Они, по идее, на мид не должны пойти, да? Да. Два ДК взяли, ё-моё. Это один в один солмит. Все как два Драгонайта. Что? Два Драгонайта в команде. Это знаешь, что мне напомнило? Это как этот. Хотя. Блин, в Апексе же там
все равно разных героев нужно будет брать. Да, там да, разных героев. Прикольно, ладно. Сейчас я тебе покажу, как надо на сейфе играть. Слушай, реально, знаешь, стоят охранять тебя рыцари, тупо два рыцаря. Лайком! Придите, волки! Зов битвы! Я, кстати, знаешь, короче, на днях я задался таким вопросом. Ты достойный противник. Точнее, не вопросом, а я, короче, хотел поставить мировой рекорд. Не мировой, а, ну... Иду по следу. Так. Короче, я поставил нечестных ботов, включил режим... Волк рыщет. Ты лагаешь немного. Думаю. У тебя лага... Как, насколько... за минуту 45. То есть прошла минута 45 секунд, я уже убил его два раза. И 30 выиграл. Секунд, да. Вперед. А это у меня лагает. На охоте. Битва начинается. Раз, два, три, раз, два, три. Да. Грядет дикая охота. Конечно. Ой-ой-ой. Да. Он меня тоже придите, залагал. Волки. Я сейчас зависла, я крипов из-за этого про это самое. Ну, я экран подвис. Крипов немножко. Проиграл. Пусть будет так. Я рвусь в бой. Вот, кстати, у меня задержка небольшая есть. Пусть будет так. Волкам не нужны доспехи. Конечно. Ладно. Нереально. На охоте. Кстати, задержка, не знаю почему. Прям похуже, чем в той игре. Будь смелее. Да. Мои волки будут пировать. Надо мной нет власти. Как суждено. Разорву. Как пожелаете. Ну ладно. Мои ладно. Инстинкты остры. Да господи, ни одного крипа вообще не могу добить. Иду по следу. Не, у меня пингует. Действительно. Зов битвы. Придите, волки! Я рвусь в бой. Она просто-напросто пингует, я не могу из этого не сделать. Добить крипа трудно. В клочья. Бойтесь, волка. Вперед. Да. А. Придите, волки. Я рвусь в бой. Не получишь. На охоте. Мои инстинкты остры. Вперед. Пока у тебя большая задержка, даже он промахнется, типа. Действительно.
Глотку порву. Не понимаю, вроде. Но... Дорогая цена. Во имя моего отца. Да, застопили свои же. Мои волки будут пировать. Волк рыщет. Пусть будет так. В атаку. Ну, крипа даже еще и зависает охерен. Надо мной нет власти. Иду по следу. За славу моего рода. К отцу предпочитаю первую душу. Вашу центральную башню атакуют. Будет больно. Бойте, придите! Middle is missing. Клыками и когтями. Как пожел... Нельзя. Разорву. Конечно. Зов би... Придите, волки! Во имя моего отца! Middle is missing. Как суждено. Не твое! Пусть будет так. Конечно. Middle is missing. Собаки не бегают. Как суждено. Не, реально, ты мне вообще трудно. Мои волки будут пировать. Волк у ворот. Победили нет. Силы света. Есть душа. А если... Крипов очень трудно для волков. Ты что, прям под ZX-а подставился? Next step, да, у меня вот видишь, мне тут, я смотрю, короче, в правый верхний угол у меня от 150 до 200 скачет пинг. Это я еще так выиграл тебя. Я крипа не мог добить из-за пинга. И Кайлу отменять трудно. Ну я реплей посмотрел. Уже более... лучше отстоял. А реплей SF против Ликан. Как стоят другие Ликаны? Не, я же тебе говорю, тебя мог убить еще на первых минутах, если бы у меня просто все было нормально с пингом. Не то, что, как сказать, ну, как, это, знаешь, типа, ты, конечно, ты правильно держался, да, ты хорошо лейнил, но видишь, в чем прикол? Я промазал несколькими кайлами, и у меня плюс не было маны, а маны у меня не было почему? Потому что у меня не было денег на манго, а денег на манго не было, потому что я крипов не добивал. Вот так вот. Ну, конечно же, в нормальной игре в Алпике SF не будет столько манго покупать. Никогда в жизни, вот поверь мне. Я же в этой игре закупил очень много расходников. У меня нетворса, как видишь, нету, потому что я чисто на расходниках держался. У меня все чисто на расходниках. Окей, все. Я отключаю стрим. Хорош. Ты сегодня во сколько еще зайдешь? Не знаю. Если зайдешь вообще. А. Ладно, хорошо, тогда отключай, давай. Давай. Uh-huh.